Привет, на канале Камила и Каролина. Сегодня мы идем на горку. Да. Кататься. Решили покататься, да? Ну, пошлите. Все, до свидания, мистер Вася. Мистер Вася, это мистер Вася они назвали. На себя дверь немножко. За ручку. Да, залазь, королюсечка. Так, все, мы поехали. Это выше, да. Камил, Камила, вот здесь на прокатанном едь, где скользко. Ну, едь здесь хочешь. Каролин, садись, катись. Ой, котика своего бросила с горочки. Ой. Каролин, ты в столб не влезешься. Вот сюда хотя бы, чуть дальше. Ой, ой. Нормально? Да, классно. Камилочка, перчаточки, наверное, одень. Нет. Одевай. Пацаны, а тут массаж. Вот здесь еще быстрее поедешь. А можно вот, вот еще горочка. А ну здесь попробуй. Тут куча горочек. Вот тут. Если тяжело идти, здесь катись. Где? С той стороны? А ну, Каролине, сейчас помогу зайти. Эй, бабушка сама не может, тут скользко. Позабирайся. Сейчас я сойду. Ох, и горочки тут такие. Сейчас бабушка еще растянется. Ой! А тут классная будет. Садитесь, едьте. Как трамплинчиком. Это не страшно. Не, не страшно. Ты же у меня герой. Давай. Держись за санки, не бойся, я тут с тобой. Конечно. Камил, ты упасть хочешь? Сядь нормально и катись. Королюсь, давай. Я б тебя тут словила. Не надо, она будет ехать, смотри. Держись за санки. Во! И словить тебе не надо. Всегда круто.
А стоп, Камилочка, а вот тут еще лучше, еще длиннее горочка. А вот где вы стоите? Я тебе говорю, здесь еще круче будет, и еще и трамплин. А ну садитесь. Попробуйте. Каролина, а ну пробуй тут.